Етапи реалізації мінських домовленостей мають бути прописані у законі про особливий статус тимчасово непідконтрольних територій. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук на зустрічі з журналістами українських телеканалів. На думку нардепа, до узгодження позиції сторін необхідно залучити Донецьк і Луганськ. З однієї сторони, є закон об особливому статусі, який треба сьогодні змінити в той часі, в якому згодились всі. Потому что, ну, у каждой из сторон могут быть и другие какие-то изменения, но они опять должны согласовываться на нормандском формате. И они должны потом согласовываться с Донецком и Луганском, потому что в нормандском формате нет ни Донецка, ни Луганска. Поэтому я бы считал, что оптимальной формулой была бы процедура принятия решений и в этой части, и в части закона о выборах, и в части других законов и подзаконных актов, касающихся реализации положения закона о статусе, согласование нормандского формата, утверждение на трехсторонней контактной группе в Минске, там где есть не только Украина, Россия, ОБСЕ, но и еще представители Луганска и Донецка. Да, действительно, есть такая позиция, которая излагается, что вот будут выборы, ну сегодня они осенью следующего 2020 года, очередные. И говорят о том, что у нас идет процедура децентрализации, это правда. И мы будем проводить выборы по всей стране, в том числе и в Донецке, и в Луганске. Мы предлагаем по-другому. Но мы предлагаем не потому, что мы так хотим, а потому что это позиция власти, это позиция Зеленского. То есть господин Кучма, подписывая письмо и признавая формулу Штайнмайера, исходит из того, что закон должен быть на постоянной основе, а выборы должны быть посредством и через ресурс специального закона о выборах на этих территориях. Он так называется. Это имя, собственно, исходя из формулы Штайнмайера, подписанной представителем Украины. Поэтому это уже противоречие. С одной стороны, говорят, у нас децентрализация будут все, правда, об этом говорят люди далекие от этого процесса. Но что я знаю, кто это говорит Арахами, это говорит Разумков, это даже говорит министр иностранных дел. Но, как мы знаем, в согласовании и подготовке к нормандскому формату не совсем министр принимает участие, принимают участие советники глав государств, в том числе и советник господина Зеленского. Поэтому здесь, когда Кучма подписывал это, он исходил из того, что тут должен быть специальный закон о выборах. И именно поэтому мы предлагаем внести это изменение в этот закон. И когда я говорю про процедуру, вот согласование на уровне нормандского формата, утверждение на уровне трехсторонней контактной группы и потом принятие по процедуре, предусмотрено законом о регламенте Верховной Рады Украины, так я считаю, что это, например, может быть тоже внесено в закон о статусе. Потому что закон о статусе касается всех вопросов. И будущих законов, а это, я напомню, еще есть закон об амнистии, закон этот специальный о выборах, это еще может быть закон о свободной экономической зоне, что мы предлагали. Это могут быть подзаконные акты кабинета министров. Так вот, эта процедура может быть вписана в этот особый статус, и она должна каждый раз реализовываться. Нормандский формат, трехсторонняя контактная группа и Верховная Рада или кабинет министров в зависимости от конституционных полномочий.